Мы все еще ходим в летней одежде, и трудно поверить, что уже через месяц может начаться новый отопительный сезон. Во всяком случае, коммунальные службы летом о зиме не забывали. Паспорта готовности получили 95% потребителей тепловой энергии. Также важно оценить перспективы теплоисточников. Поэтому нерентабельные котельные постепенно переводятся на местные виды топлива – дрова и щепу. В этом году таким образом модернизировали три объекта – в Глузке, Климовичах и Краснополье. Что еще надо сделать, чтобы зимой в квартирах было тепло, узнала Надежда Мишкевич. Две недели без горячей воды. Большинству из нас эта летняя традиция хорошо знакома. В это время коммунальники испытывают на прочность не только закалку городских жителей, но и магистральные теплосети. Чтобы их проверить, вся система расхолаживается, дома отключают от горячего водоснабжения, перекрывают задвижки и подают повышенное давление воды. Такое испытание проходит не все трубы, ведь некоторым уже четверть века. Постепенно их меняют на современные предизолированные. Такие и служат дольше, реже повреждаются и значительно снижают теплопотери. И даже если случится протечка, аварийный участок найдут быстрее, с точностью до метра. А значит, тепло в домах удастся сохранить. В этом году от замены трубопроводов теплоснабжения теплоэнергетики рассчитывают получить экономический эффект на сумму более 140 тысяч рублей. Каждый год в Могилеве меняют 26 километров теплосетей. Казалось бы, от всей системы города это чуть меньше 5%. Но аварийных участков уже стало меньше в разы. На сегодняшний момент у нас по всем источникам порядка 40 повреждений было выявлено. Хотя 10 лет тому назад эти цифры переваливали за сотню. От вентиля до задвижки и клапанов. Оператор Евгений Дудков проверяет готовность оборудования к зиме. Два года назад котельная в Пашково прошла полную модернизацию. И теперь вместо импортного газа здесь используют щепу. Ее, кстати, уже два года как заготавливают своими силами, что тоже помогает снизить себестоимость тепла. Раньше здесь дровяные котлы стояли, и топливо. Ну, все руками носили, все это кололи, пилили, все сами делали. Сейчас, конечно, все механизировано, автоматика. Конечно, физически все это стало легче и удобнее. И чище, грязи столько нету, как было раньше. Зимой всю работу выполнит автоматика. Под контролем оператора механизм сам будет забирать щепу из хранилища и сжигать ее в котле. Управление топливом, воздухом, график температур – все отображается на электронной панели. Результат работы этой котельной в онлайн-режиме транслируется еще и на компьютер главного инженера предприятия теплоэнергетики. Автоматика либо человеческий контроль? Что надежнее? Ну, я думаю, если мое мнение, то все-таки автоматика без человека, она тоже... Ну, любые ситуации могут быть. Поэтому я думаю, что человек нужен всегда. Сейчас половина тепла, которое получают жители региона, вырабатывается на местных видах топлива. На щепу и дрова уже перевели 87% котельных. Результатом такого перевооружения стало снижение потребления природного газа. Экономия средств при этом составила порядка 1 миллиона рублей в год. К этой зиме коммунальные службы региона готовились весь теплый период. Рабочие испытали более 2000 километров теплосетей. Почти 500 котельных прошли профилактический ремонт и испытания оборудования. Теплообменники и насосное оборудование меняли на более энергоэффективное. И это лишь часть мер, принятых, чтобы в отопительный сезон избежать неприятных сюрпризов и сохранить тепло в наших домах.